черт, что это? Господи. Здесь какая-то свежая рана. Неужели это Том? О, господи! Ты слышишь, это она ненормальная! Что творим, бро? Меня зовут Царь Кионис. И, бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Эй, банда, я думаю, вы помните, как в прошлый раз я поймал говорящую Анжелу и говорящего Тома. Буквально полгода назад мы с Настей решили посмотреть проклятый эпизод про говорящую Анжелу. И вы не поверите, банда, но она пришла к нам в реальной жизни и хотела нас убить. К сожалению, в ту ночь она похитила Настю. И чтобы спасти ее, я принял решение позвонить одновременно говорящему Тому и говорящей Анжеле. И какое же было мое удивление, когда они оба сговорились против меня. С каким-то нереальным везением я смог спастись ту ночь и даже спасти Настю. Ну и помимо этого, мы смогли поймать Тома и Анжелу, и сегодня мы их разрежем. Ну а если, банда, мы под этим видео наберем 20 тысяч лайков, я поймаю и разрежу говорящего Джинджера в реальной жизни. Так что, поди, скорее ставь лайк. А также не забывай смотреть в описании, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь со всеми вами. Так что, бандит, быстрее подписывайся, ставь лайк. А мы тем временем идем разрезать Анжелу. Погнали! Итак, банда, как видите, мы переехали в другую квартиру. И вместе со всеми вещами мы собрали Тома и Анжелу. Перевозить их было очень тяжело, потому что они постоянно нам угрожали, что выберутся с коробки и убьют нас. Но все же спрятал их в очень темном и надежном месте, откуда они точно никак не сбегут. Просто посмотрите, банда, вот они здесь, в этой синей коробке. Именно в эту коробку мы в прошлый раз их и спрятали, чтобы они никак не сбежали. Давайте же теперь откроем ее. Это такая жесть, просто посмотрите, вот он, Том и Анжела. Анжела, ты видишь это? Да, вижу. Погоди, где Том? Здесь только Анжела. О, господи, я точно помню, Том был здесь. Да, мы не заглядывали в эту коробку больше полугода. И здесь нету Тома, только Анжела. Что происходит? Куда он мог деться? О, черт, просто посмотри на Анжелу. Что с ней произошло? О, господи. Она вся в каких-то царапинах. Вся такая страшная, мрачная. Неужели она убила Тома? Это просто жесть, банда. Вы видите это? Окей, я не знаю, где Том. Но давайте разрежем хотя бы Анжелу. Посмотрим, что в ней внутри. Я реально не понимаю, куда мог деться говорящий Том. Он бы точно никак не сбежал с той коробки. Это очень странно. Но вы только посмотрите на Анжелу. Это же полная жесть. Что это за кровь с ее рта? И все эти раны. Просто посмотрите, что у нее сзади. Это очень странно, банда. Я не знаю, что у них там произошло. Но говорящего Тома нигде нету. Давайте же разрежем Анжелу. Зацените, какой у меня новый нож. Это керамбит. Окей, думаю, и мы очень легко разрежем Анжелу. Просто посмотрите на нее. Фу, как отвратительно она выглядит. О, черт, что это? Господи. Здесь какая-то свежая рана. Господи, я не знаю, может быть, я как-то ножом дотронулся. Откуда эта рана? Здесь свежая кровь, просто посмотри. Это так крипово выглядит, банда. Тем не менее, давайте аккуратно снимем это платье и разрежем ее. Это такая жесть, мне просто не верится, что сегодня мы разрежем говорящую Анжелу. Кстати, уже ранее мы разрезали говорящего Тома. И то, что мы тогда с него вытащили, это полная жесть. Вы там посмотреть то видео. Ну а пока что, банда, я уже почти снял это платье. Черт, эта рана, она вся в крови. Это такая жесть, ты видишь это? Ужасно. Это же настоящая кровь, просто посмотри. Господи, какая же жесть. Окей, тем не менее, банда, вот Анжела без одежды. Давайте как-то аккуратно ее разрежем. Черт, просто посмотри на это. Еще и нож в крови. Мой нож, банда, очень острый. Я не знаю, почему он не может разрезать Анжелу. Ее тело очень твердое. Тем не менее, банда, просто посмотрите. Я уже почти ее разрезал. Вы видите это? Господи, это такая жесть. Я разрезал тело Анжелы. Посмотри, сколько здесь пуха. Он в крови, ты видишь это? Да. Это такая жесть. Просто посмотри, сколько здесь кровища. Черт, что это? О, господи, банда, это же нож в крови, но что он делал внутри Анжелы? Это такая жесть, банда, вы видите это? Маленький нож, с помощью которого она убивает людей. О, господи, я в шоке, что еще будет в этой Анжеле? Что если этим ножом она убила Тома?
На нем же свежая кровь. О, да, Настя, это хорошая теория. Что если она ним его заколола и просто съела, сожрала Тома? Хотя пока что я не вижу никаких его останков. Тем не менее, панда, посмотрите, здесь еще маникюрные ножницы. Неужели этими ножницами она пытает своих жертв, то есть прямо издевается над ними? Это такая жесть, банда, сколько здесь пуха в крови, это жесть. И еще одни ножницы, уже целых две пары. Это очень странно, банда, я реально не понимаю, что здесь происходит. Похоже, что Анжела настоящий маньяк. Немного сложно поверить, что всем этим она убивала людей. Тем не менее, банда, просто посмотрите, весь этот пух в крови, это такая жесть. Это еще что такое, какой-то мешочек? О, господи, банда, что это? Ты видишь это, Настя? Я не понимаю, здесь тоже пух, просто посмотрите. Окей, давай аккуратно все высыпим. О, черт, банда, что это? Оно отвратительно воняет. Черт возьми, просто посмотри, все в ржавчине. Это так отвратительно, здесь маленькие пилки. Она реально убивает людей, это полная жесть. Скорее всего, что все это подготовлено для того, чтобы издеваться над людьми. Эти маленькие пилочки, чтобы резать их руки. Но пока она лежала в коробке, все это заржавело. А что, если она готовила, чтобы издеваться над нами? О, черт, она же приходила, чтобы нас убивать. Она реально хотела всем этим воспользоваться против нас. Страшно представить, что она собиралась делать со всеми этими вещами. Это такая жесть, банда. Это Анжела реально маньяк. О, господи, это еще что? Еще одни ножницы. Ты видишь, это уже третье. Да. Похоже, что этими ножницами она пытала своих жертв. Брала эти ножницы и со всей силы втыкала свою жертву. А за этим следовала просто адская боль. Мне очень жаль всех этих людей, которые попадались ей на пути. Тем не менее, что это? Похоже на какую-то цепь. Неужели этой цепью она связывала своих жертв, а дальше брала все эти вещи, просто издевалась над ними? Мне даже кажется, что это настоящее золото, банда. Это просто жесть. Я даже знать не хочу, что она собиралась с нами делать. Это еще что, какой-то черный мешочек? Что в нем? Я не знаю, открывай быстрее. Да, я стараюсь. Господи, что же это может быть, банда? Оно не выпадает, там застряло. А черт! Черт! Что это такое? Почему оно так сильно воняет? Просто посмотри, это же кишка! Это отвратительно, банда, чье это? Неужели это кишка говорящего Тома? Просто жесть! Я в шоке, как она оказалась внутри Анжелы! Как же она воняет, банда! Тем не менее, я чувствую что-то в голове Анжелы, там что-то твердое! Нужно его достать, посмотри, что это? Это же нога Тома, ты видишь это? Это просто жесть, банда! Неужели это Том? О, господи! Просто посмотрите на него, что он делал внутри нее! Как он вообще поместится внутри Анжелы? Тем не менее, банда, я думаю, что нам нужно разрезать и Тома сегодня! Давайте пока что Анжелу отложим куда-то! Это такая жесть, я просто не могу в это поверить! Неужели говорящая Анжела убила и сожрала Тома? Ну зачем? Тем не менее, банда, давайте его тоже разрежем! Посмотрите, здесь есть шоу! Это мы его разрезали в прошлый раз, он просто сам себя зашил! Мне кажется, что сегодня в нем могут быть совершенно другие вещи, не такие, как в прошлый раз. Давайте же его разрежем. Господи, это такая жесть, просто посмотрите. Мы снова режем его на том же самом месте. Окей, тем не менее, банда, я что-то вижу. Что это? Какая-то черная пуговица, ты видишь это? Да. Как будто пуговица на куклу Вуду, причем огромную. Такая жесть, еще одна. Две пуговицы, неужели он делал куклу Вуду? Я пока что не понимаю, банда, что происходит. Неужели он собирался сделать куклу Вуду на Анжелу? Именно поэтому она его убила. Что это? О, черт, это же кровь, посмотри. Это специально сделано для того, чтобы всунуть куклу Вуду. То есть я был прав. Это реально была заготовка для куклы Вуду. Но тем не менее, банда, на кого же он хотел делать куклу Вуду? Давайте продолжим доставать из него вещи. Возможно, тогда мы узнаем. Может, будет какая-то фотография, которая будет указывать на человека, на которого делалась кукла Вуду. Но я пока что ничего не вижу. Что это? О, господи, это же кукла Вуду, ты видишь? Это ноги куклы Вуду, банда, это просто жесть. И здесь уже есть какая-то иголка. То есть он использует куклу Вуду, после чего просто отрезал ноги тому, на кого он делал ее. Похоже, банда, что он реально кого-то убил. Это такая жесть, я просто в шоке от того, что мы сегодня увидели. То, что мы нашли в Томе, и то, что мы нашли в Анжеле, где она? Она исчезла, она все еще жива, нужно срочно ее найти. Как она могла сбежать, я не понимаю. Почему она все еще была не мертва? После того, как я ее разрезала, она должна была сразу же погибнуть.
погибнуть. Тем не менее, банда, куда она делась? Анжела! Анжела, где ты? Выходи! О, черт, я не знаю! Посмотри! Дверь ванны открыта, неужели она там? Она хочет сбежать через вытяжку, быстрее идем! Анжела, мы знаем, где ты! Анжела, выходи! Черт, где она? Где она? Черт! О, господи, ты слышишь это? Она ненормальная! Господи, отрывай меня! Господи! Черт, это просто жесть! Это тело меня чуть ли не задушило! О, черт, я, кажется, ее придушила на без сознания! Это такая жесть, банда, я в шоке! Вы видели сами, она меня только что чуть ли не убила! Не знаю, как там говорящий Том, но Анжела уже без сознания, нужно быстро спрятать! Черт, это такая жесть, банда! Мне даже тяжело говорить! Быстрее прячь ее в эту коробку! О, господи, надеюсь, на этот раз она уже не спешит! Быстрее уходим отсюда, господи! О, господи, какая же жесть! Я просто не могу в это поверить, банда, вы видели, что только что произошло? О, господи, господи! Ты слышала взрыв? Да! Это такая жесть! Что это было, банда? Это просто жесть! Она спешала, ты видишь это? Здесь дырки нигде нету! Ну куда она могла деться на этот раз? Эй, Анжела, где ты? Анжела! О, черт, входная дверь! Похоже, что она сбежала с квартиры. Она может вернуться в любой момент и напасть на нас более страшными вещами, чем мы с нее вытащили. Я не знаю, Настя, это просто какая-то жесть, она реально сбежала. А говорящий Том на месте, он все еще здесь, банда, лежит. Тем не менее, банда, я не знаю, как нам найти говорящую Анжелу. Она просто испарилась, она реально сбежала с моей квартиры. Но все же, банда, вот комменты за прошлого видео просто, видите, какие они шикарные. Идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь, что тебе нужно, это опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все про то же новое видео. Лайк, колокол, коммент, твоем видео, бандит. И помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!